Перед просмотром хочу предложить канал Сулу. Он выпускает очень годные ролики по Майнкрафту, как у топовых ютуберов, троллинги игроков, Bed Wars, Build Battle, строительство с модами и многое другое. Здесь не будет школьного контента, ему 30 лет, он настроен серьезно. Переходи, подпишись, и через год ты сможешь писать, что подписался до того, как он стал известен. Звал меня? Что случилось? Почему ты не захотел зайти к нам? Я считала, что теперь ты с нами в команде. Ты должен доказать, что твоя команда хоть чего-то стоит. О чем ты? Ты считаешь нас слишком слабыми? Мы ведь могли убить всех светлых прошлой ночью. Знаешь ли ты, с кем разговариваешь? Что с тобой, Брайан? Отпусти меня! Я перестал быть Брайаном, когда получил силу посланника в смерти. Моя команда сильна. Мы могли убить светлых. Меня не интересуют светлые. Они не помешают нам. Помешают? В чем? Мне нужна самая большая часть метеорита. Получив ее, перед нами откроется нечто большее, чем просто способности. Я тебя понял. Как нам доказать, что мы можем быть с тобой? Приведи ко мне Фила, но он не должен знать об этом. Хорошо, но зачем? Убить. Мы можем сделать это за тебя. Займись светлыми, а Фила оставь мне. Слышишь меня? Держись, сейчас я спасу тебя! Ну уже, Лайт, не молчи! Лео, я знал, что ты за мной придешь. Все будет хорошо. Сейчас, мы уйдем отсюда. Я перевяжу тебе рану, нужно остановить кровь. Не молчи, пожалуйста, говори со мной! Убей меня, Лео. Что? Что ты такое несешь? Если я умру сейчас... Ты не умрешь, Лайт! Хватит! Моя сила... Она достанется Смайлу. Нет! Не смей так говорить! Сейчас придут Фантом с Алисой, мы спасем тебя! Хватит, мне тяжело... Я не дам тебе умереть, ты понял? Не молчи! Что случилось? Что с Лайтом? Помогите, он ранен, нужно убираться отсюда. Отойди. Рана несерьезная, его спас костюм, но он может умереть от кровопотери. Да бери его уже, давай, помоги мне. Я побегу вперед, отвлеку темных. Отвлечешь нас? Ну давай. Вся команда в сборе, как мило. Вот мы и встретились снова. А ты до сих пор надеешься убить нас? Что же мне может помешать? Кто из вашей команды будет атаковать нас? Парень, который изображает чужие голоса? Или девочка, которая видит на несколько секунд вперед? Я вас сейчас всех переломаю! А ты попробуй. Посмотри на своего друга. Посмотри, как медленно из него уходит жизнь. Та же участь ждет тебя. Лео, не стоит, они сильнее. Помолчи, Алиса. Уничтожь этих тварей. С радостью, дорогая.
Я вовремя? Боже, я думала, они убьют нас. Лео, зачем ты решил драться с ними? А что? У нас был выход. Нужно было дать отпор. Да у нас Лайт умирает. Хватит болтать. Он и так много крови потерял. Никто не скажет мне спасибо. Фил, сейчас нужно спасти Лайт. Помоги нам. Бегите, но оставь мне нож. Я убью темных. Ты уверен, что справишься? Разве мне кто-нибудь может помешать? Лео, бери его. Пошли. Фил, постой. Не трогай сестру. Пошли. Твоя способность не бесконечна. Ты устанешь, они убьют тебя. Поверь, я восстановил силы. Удачи тебе. Потом, куда проходить? Держи ключи от кабинета. Открывай. Быстрее! Что это за место вообще? Это ветеринарная клиника. Что? Ты серьезно? Я проходил здесь практику. Ты что, гребаный ветеринар? И ты будешь спасать Лайта? Есть другие варианты. Так, Алиса, будешь помогать мне. Вымой руки и надень перчатки. Я? А что я-то сразу? Быстрее! Лео, ты вообще мог телекинезом донести Лайта сюда? А ты мог создать фантом, в который мы помогли бы тебе. Так... Ладно, подвинь эту штуку сюда. Это кардиомонитор, фантом. Ты вообще хороший врач? Я ветеринар, Лео. Не забывай. Это нормально, что Лад какой-то бледный? Он потерял много крови. Кто знает его группу и резус-фактор? Я так и думал. Ты вообще когда-нибудь делал переливание крови? Ну, с чего-то надо начинать. Ну давайте уже что-нибудь придумаем. Стой, смотри сюда. Тату. Господи, серьезно? У него вторая отрицательная. У кого такая же? И что мы будем делать? Что здесь происходит? Елана? Смайл не подвел меня. Брайан? Не привык видеть меня таким. Знаешь, даже через эти белые глаза я вижу тебя насквозь. И что ты видишь во мне? Я вижу в тебе зло. Ты не ошибаешься. Но также я вижу своего друга Брайана, с которым мы дружили большую часть моей жизни. Брайана, который... Заткнись! Здесь его больше нет. Что, хочешь убить меня? Давай, вперед! Я был твоим лучшим другом когда-то, и сейчас все закончится. Я знаю, что мы зашли уже слишком далеко. Тебя не стоило вести к метеориту второй раз. И если у меня будет хотя бы еще один шанс, я все исправлю. Мы с тобой снова будем друзьями. Именно поэтому сейчас я убью тебя. Нет, подожди. Вспомни, с чего все начиналось. Вспомни тот день, когда мы решили с тобой поехать в эту гребаную деревню. Что мы прошли с тобой вместе, как мы дурачились, как ты дразнил меня. Придурок, вот придурок. Да я не верю, что для тебя это все пустые слова, Брайан. У тебя не получится. Теперь для меня все это ничего не значит. Я вижу, ты мне лжешь. Разве ты забыл, как я спас твою жизнь? А как ты спас меня? Да после того, что мы прошли, ты не посмеешь поднять на меня руку. Ты не видишь, что ты делаешь. Прямо сейчас ты хочешь убить своего лучшего друга, Брайан. Все вышло из-под контроля. Все не может так закончиться.